То до нашої студії завітав директор художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Артем Свистун. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас у нашій студії. І неспроста сьогодні ми вас запросили. Розпочався весняний період. Людям хочеться вийти на вулицю, якось розважити себе не тільки у вихідні, але й у будні дні. І нам цікаво, що ж пропонує ваш театр для миколаївського глядача? Ну, прежде всего, я хочу присоединиться к пледе поздравлений женщин с прекрасным праздником, потому что, поверьте, в эфире быть с утра с такими очаровательными девушками – это прекрасный заряд энергии на целый день. И хотел сказать, что театр тоже радует нашего зрителя. И вот начиная в весенний, март, апрель, май месяц, у нас будет такой цикл любого качественного театрального продукта на любой вкус зрителя. Вот к нам приезжали вот Киевский театр «Черный квадрат». Буквально вот на этих выходных, пятницу, субботу, к нам приезжает Днепровский театр украинской драмы, музыкальной комедии имени Шевченко, и привозят и для детей «Коза Дереза», и для взрослых зрителей у нас будет интересная постановочная работа. В это воскресенье у нас будет мероприятие, посвященное памяти Альберта Вербица, драматурга, актера, его произведение «Каменный цветок» по произведениям Бажова для наших юных зрителей, и обменные гастроли с Херсоном. Херсон приезжает к нам на гастроли, мы едем в Херсон. Вот идет такая плеяда. До вас театров из других мест приезжает, это очень рад. Миколаївського глядача, тому що завітати до іншого міста змогу має не кожен. А ось ви пропонуєте порунити або у Херсонщину, або до Дніпра. Розкажіть нам про це детальніше. Ну, хотілося б сказати, що дійсно публіка давно не бачила колективи. От, нету можливості проведення подобних показів, спектаклів. Обмінні гастролі дуже давно – це така злободнівна проблема всіх театрів. І ми вирішили наладити зв'язки. От осінню був Кропивницький, зараз Дніпр, Херсон, Харків. Це буде от ціла плеяда фестивалей, мероприятий. І в апрелі ми їдемо на Полтавщину, ми веземо наш спектакль «Инкогнито Ис» по ревизору. 1 апреля мы завершаем этот фестиваль. К нам в мае месяце приезжают эти коллективы. И большим таким знаковым событием будет 17 по 26 мая в Николаеве и в Херсоне. Вы знаете, что в Херсоне проходит «Мельпомена Таврия». Это будет такой большой международный проект на две области, на Херсонскую и Николаевскую. Поэтому театры объединяются, театры создают общие проекты. И с нашими коллегами из Украинского театра запланировано в мае месяце тоже такое представление на площади для наших зрителей, для того, чтобы театральное искусство шло как можно ближе в массы. Ну и наш театр не отстает от событий. Очень приятно, что у нас состоится бенефис нашей заслуженной артистки Украины Лидии Гашинской. 20 апреля это будет премьерный спектакль «Калифорнийская сюита». 28 апреля это будет большой завершающий, 12-я премьерная постановка этого сезона, это «Укрощение строптивой». Это прекрасный ансамбль постановочной группы, это Еремкев, режиссер из Киева, Костюшка, сценограф из Киева, композитор, вот сейчас идут полным ходом именно постановочная работа этого спектакля. Фролов, композитор, и вот идет вся труппа театра задействована на сцене. Это будет такой гзонг, это будет интересное решение для нашего зрителя, по крайней мере, Шекспир, классика, но необычное прочтение. Ну и, конечно же, День театра. 27 марта, Международный день театра. Мы тоже порадуем нашего зрителя, это открытием наше долгожданное, вот очень долго велись диспуты, общения, сейчас, конечно, идут колоссальные строительные, ремонтные работы перехода лестничного марша к малой сцене. Открытие малой сцены театра 27 марта, в день, Международный день театра, мы открываем малую сцену. Конечно же, у зрителей возникает вопрос, как же попасть на этот спектакль. Ограниченное количество мест, 60 мест, но мы решили так, 16 марта в 16:00 будет онлайн-продажа билетов. И вот как бы кто успеет быстрее приобрести билет, тот будет обладателем счастливого билетика 16 березня о 16:00, 16-е место. Ну, так це буде святкове місце, да. І хотів сказати, що можна буде і на апрель місяць на малу сцену приобрести, тому що на основній площадці вже практично білетів нет. І в маї місяці ми вирішили так, от, завершая сезон 1 июня, ми вирішили май посвятити прем'єри цього сезону. От наші миколаївські зрителі, які не бачили прем'єри цього сезону, можуть ще в мая посетить наш спектакль. Ось щодо вистави «Емігранти», розкажіть. «Емігранти» – це совместний проєкт литовский, украинский, Йонас Бузеляускас, город Анекщай, Литва. Он приехал на международную летнюю театральную школу в прошлом году. Он был частым гостем студии. Очень приятно, что вы поддерживаете тоже информационно наши проекты. И чем открывать малую сцену? Да? Какая должна быть пьеса? Потому что у нас готовится ряд там комедий. Масштабно, так?
Оно не сколько масштабно, там играет всего два артиста, это Андрей Карай и Евгений Олейник в плане задействованности актеров. Ну, малая сцена, она и подразумевает камерность восприятия. Это злободневная сегодняшняя тема. Тема эмиграции, тема выезда за границу, тема выезда на заработки. Очень актуальная и для молодежи, и для людей старшего поколения, потому что пьеса написана давно, в 71-м году, Мрожиком, и классическое восприятие в Польше, когда они сталкивались с этой проблемой. Литва столкнулась совсем недавно. И вот Украина сталкивается на сегодняшний момент. Поэтому это будет сегодняшняя актуальная пьеса, где можно будет и посмеяться, и поплакать, и воспринять какие-то жизненные события в своей жизни, которые происходят. Ну, это будет интересный проект. И на большой сцене 29 и 30 марта у нас будет большое полотно, романтическая комедия, постановка Ольга Терновая из Харькова, театр на Жуках, известный такой интересный коллектив. «12-я ночь». Шекспір. Під час нашої розмови з режисером вистави, яка буде на малій сцені «Емігранти», ми поспілкувалися про те, що він буде готувати артистів у віддаленому доступі, він буде знаходитись у іншій країні. І ми з ним спілкувалися про те, як же це буде. Він сподівався, що все буде добре, все буде на 100%. Чи все так і вийшло? Ну, смотрите, в любом случае это европейский подход постановки спектакля. Когда режиссер приезжает, и он уже знает, что ему делать, как ему делать, и расписан детальный график, им достаточно 2 недели для постановки подобных произведений. Это однакная пьеса. Работают профессиональные артисты, работают профессиональные театры. Поэтому мы привыкли, да, 2 месяца, постановка, 3 месяца, там, выход. К сожалению, время сегодняшнее диктует, что нужно как можно ярче качественный продукт готовить в короткие сроки. Вот за этот театральный сезон, считайте, с октября по май месяц, мы поставили 12 премьерных спектаклей. Это действительно для театра очень насыщенный темп в процессе работы и основных спектаклей, которые идут уже из года в год. Поэтому идет профессиональный подход. Ребята практически за неделю, вот когда Йонас приезжал в январе месяце, они сделали основные читки пьесы, они сделали подготовку, разводку в мизансценах, они полностью прошли по спектаклю. И сейчас Йонас приезжает за неделю до премьеры для того, чтобы вывести чистый вариант. Сценография готова уже более месяца, ребята работают, репетируют самостоятельно, общаются, современная техника, Skype, Facebook помогает общаться с режиссером и актером между собой. Поэтому вот насыщенная атмосфера будет как раз накал этой работы в последнюю неделю перед премьерой. И я думаю, что премьерный показ для пресс наших служб, я думаю, что будет интересно посмотреть. Потому что, во-первых, это другой театр, другое видение театра, другое восприятие, потому что зритель находится практически возле артистов. Он становится неотъемлемым участником этого процесса. Артеме, наша команда «Нового дня» слідкувала і аналізувала вашу роботу на посаді директора художнього керівника театру. І окрім того, що ви створюєте дійсно щільний графік і дивуєте миколаївців великими кількістями вистав, також характерною особливістю вашої роботи є зв'язки з громадськістю. Не тільки до нас приїжджають театри інших міст, не тільки наше місто приїжджає на гастролі до інших міст, також у вас є гастролі по області, ми знаємо. Да, конечно же, мы Черноморская, каждый месяц у нас есть выезд спектакля, потому что приятно, что территориальная громада объединяет и понимает, что культура необходима, и театр, приезд в их районы. Первомайск, Вознесенск, Южноукраинск. Мы также ездим и Южная Одесская область, это Новая Каховка, Херсонская область, 24 марта мы едем на гастроли и везем и для юного зрителя, и для... зрители вечерних спектаклей, которые могут быть, посмотреть эти комедии, драмы. И артист, он когда выезжает на гастроли, он сменяет площадку, сменяет дислокацию, идет такой обмен, и можно сказать, что театр не имеет границ, театр должен идти в каждый район, в каждый центр, ну и по Украине, как вот мы с вами говорили, это юг Украины. Мы планируем этот сезон посвятить выезду по территории Украины, участие в фестивале, а уже с нового юбилейного 85-го театрального сезона. У нас уже есть, мы уже договорились, Кишинев, обменные гастроли, Польша, город Машево. Это международный опыт. Международный опыт для показа нашей культуры, нашей наработки, наших спектаклей. Будете и вы выезжать, и так и у нас приедут. Приезжать театры из других стран.
Ви підготували чимало, ваша команда, чимало новинок, прем'єр, але не хочеться забувати про вистави, які вже полюбилися миколаївському глядачу, які можна переглянути щомісяця. Ось що більше всього люблять миколаївці із вже стандартним? Ну, знаєте, раніше це не велика касовість, так? Найбільше продажі у нас зараз повний аншлаг, аншлаг – це повна продажа білетів, 426 місць, от повністю продано, при тому, що у нас є ще соціальна категорія, ми обезпечуємо для людей соціальних категорій безплатне посещення спектакля. Ну, от аншлаг. Шлаговые залы. Ну, комедия всегда пользуется спросом, и комедия «Ну, спасибо тебе, Яша», комедия «Гарнир по-французски», и вот это, когда человек приходит отдыхать, жизненные события, перипетии, которые происходят, ну и классический репертуар, вот «Инкогнито Ис» имеет своего зрителя, и он идет раз в два месяца, но спектакль, который пользуется тоже спросом, и интересное решение. Кто хочет немножко попасть в свою молодость и посмотреть спектакль, так и «Скамейка», которая показывает тоже романтическое, и данный зритель имеет свои отношения. Ну и премьерные спектакли этого сезона пользуются спросом. Вот «Украдено счастье», классика на украинском языке для нашего театра, это тоже определенный эксперимент, но тем не менее зрителю нравится вот проникнуть в эти чувства, в эти отношения, которые происходят в спектакле. А ось, Артем, я розумію, що для вас театр – це вже як робота. І... життя. Так, життя, і всі, можна сказати, вистави ви, мабуть, знаєте вже на пам'ять. Але є колись таке відчуття, коли йде вистава, зайти як глядач, сісти і сказати, ось я зараз подивлюся, буду насолоджуватись. Я ніколи собі це не дозволяю. В кінці залу я завжди смотрю спектакль на вопроси тонкості, темпа ритму, делаються совместно з режисером якісь замечання, поправки в ході. Тому що кожен раз це спектакль абсолютно кожен раз різний. Він створюється, от як варяться блюда, яке створюється ось тут, зараз і сьогодні, і більше він не повториться. От в цьому і специфіка театру, що це 7 вот события, которое происходит, и больше уже оно не повторится. Поэтому я даже спектакли, которые приезжают к нам коллективы, которые смотрят, я смотрю критически, с точки зрения оценки фактов, позитивных, негативных эмоций, восприятия, каких-то приемов, каких-то работ, поэтому ну, это вот... То есть, справжний профессионал. Глядач, який все контролює. Ну, конечно, конечно. Да. Профессиональный взгляд, подход должен быть, чтобы отключиться и отдохнуть, конечно же, даже выезжая вот в другие города, когда мы на фестивале участвуем, мы все равно идет обмен, обмен профессиональным мнением, видением, подходами, и это тоже действительно имеет какой-то свой позитивный отпечаток. Тобто театр – це завжди робота вже для вас, не відпочинок. Ну, роботи сказати – ні. Вот даже говорять, ти йдеш на роботу, і говорю, ні, я йду служити іскусству, тому що театр – це храм іскусства. І наостанок хочеться, щоб знову ж таки нагадали нашим глядачам цими вихідними, як вони можуть зайняти свій вільний час і провести його не тільки з користю, але й з задоволенням. Дякую. 16 марта к нам приезжает на гастроли Днепровский театр украинской драмы, музыкальной комедии Нини Шевченко. И для юных наших зрителей он привозит спектакль и в пятницу, и в субботу «Коза Дереза», который будет показан в 11 часов. И вечером в 19.00 спектакль «Микадо» и «Мыли дитки». Это спектакль, который будет показан в пятницу и в субботу. Ну а для нашего николаевского зрителя, который помнит Альберта Вербеца, прекрасного драматурга, актера, потрясающего человека, который, к сожалению, рано покинул нас, памяти Альберта Вербеца, для деток будет в 11.00 в воскресенье «Каменный цветок» спектакль и «Скамейка», которая романтическая история в нашем Каштановом сквере, которая произошла в 17.00 для нашего николаевского зрителя. Будем тож, рады видеть. Выходные обещают быть насыщенными, и нашим телеглядачам есть чем себя занять на выходные. В театре все будут работать. Дякуємо вам, Артеме, що завітали до нашої студії. Сподіваємось, не остання наша зустріч. І знову ж таки будете радувати не тільки нашу творчу команду, але й наших глядачів новими прем'єрами і, можливо, чимось ще новеньким, що придумає ваша команда.